Надо найти корабельщика. Отличный корабль, Телеменис. Кассандра! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. За сколько ты расстанешься с ним? О, за 100 000, пожалуй, не меньше. 100 000? Да у кого они есть? У того, кто и правда готов купить. Думаешь, такие корабли раздают просто так? А может, обменяешь его на обсидиан? Я уже сказал, 100 000 драхм. К тому же, на таком корабле и команда должна быть с армию размером. Это Кефалиния. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова. Моря сейчас опасны. Опаснее обычного. Это самоубийство. Немного от тебя пользы, Телеменис. Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам, вас с Маркосом ищет циклоп. Малака. Вот уж помог. Он слишком долго держал всю Кефалинию за горло. Думаю, если кто и сможет избавить нас от него, то только ты. Телеменис, а при чем здесь корабль, что мне нужен? Так говорят, корабль Циклопа сейчас в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одноглазый варвар опасен. Значит, можно взять корабль и расправиться с циклопом. Два зайца одним камнем. Пора нам поболтать. Thank you.
чем могу помочь. Возвращайся еще. Неприятности ищешь? Давай. Вперед! Поехали. Элла.
Нужно действовать осторожно. Давай. Давай. Вперед. Вперед. Не стоит здесь оставаться.
Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его! Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Но ты жирный. То есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, и я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Так возьми. Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Беги, Цепс! Кефалинийские разбойники не шутят! Рад, что ты со мной! Они тебя боятся! Все такие. Отведи меня к моему брату, и я поверю. Справишься, получишь деньги. Арнеус, мы снова вместе! Единственный честный человек на этом острове. Заплати ей, ладно, Давос? Ради тебя что угодно. Видишь, мы не так уж плохи. Yeah.
наверняка есть охрана. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море, было бы позором утонуть в глиняном горшке. Ах да, забыл представиться. Я Варнава, капитан Адрести. Что ж, Варнава, рада познакомиться. Я Кассандра, наемница. Ха-ха-ха! Уверен, что ты здесь не случайно. Ты о чем? Пока меня держали под водой, я молился богам. А когда вытащили, я увидел тебя. Ты позвал? Я откликнулась. Многие говорят, что в их жилах кровь богов. Но ты первая, кому я верю. Так у тебя есть корабль? Конечно. Упаси меня боги застрять тут навсегда. И где он? Благодаря тебе, все еще в гавани сами. Возможно, сама судьба свела нас вместе. Мне нужен корабль и команда. Ха-ха-ха! Ты спасла мне жизнь! Я оскорблю богов, если не предложу свою помощь. Ты согласен? Я и мой корабль... твоим услугам. Ты впрямь не из этих мест. Ха-ха! О, нет! И слава богам! Пойдем, покажу тебе Адрестию. Вперед.
Вперед. Поехали. Давай. Кефалиния. До Афиньи далеко. Найду укрытие.
Давай. Давай.
Вперед! Поехали! Вперед. Пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Кассандра. Я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Феба, ты еще мала. За тобой некому присматривать. Этого и не нужно. Я сама могу справиться. Как-нибудь в другой раз, хорошо? Но я не буду мешать, честно. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу, мою подругу, подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой, напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо, Феба. Хорошо, что ты спасла Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будь умницей. Не волнуйся, буду. Ладно, до встречи. Кассандра! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может. Ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос. Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись, но тебя не заменить. Ну что? Обнимемся! Ладно, иди сюда. Да, чудесно! О, как же я буду скучать, Кассандра! Да, Маркос, я тоже. Чем будешь заниматься теперь?
Пить вино! Хотя оно, конечно, может выдохнуться, но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место? Выходим в море. Готовь корабль. Отплываем. Славно. Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучая Кассандра? Мегариду. Мегариду. Но ведь там идет война. Я должна убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса из Спарты? Оракул определила его судьбу. Если он не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, он не опасен. Он поможет. Он поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Нет! Убийца! Она убила его! Сбрось ее вниз! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Гляни, она не такая, Николаус, как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Ты осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Кассандра! Кассандра! Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что Волк из Спарты – мой отец. Чудесный морской бриз. На палубе всегда так качает. Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность
привыкнуть к качке. А? О чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Получается.
этих пиратов сгинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где нам найти его? Ну, его придется убеждать. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо, обещаю. А ну не отлынивать! Навались! Сажайтесь! Быстрее нельзя, капитан! Они хотят нас протаранить! Парус! Живо! Тише! Капитан, нас хотят протаранить! Скоро избавить! Быстрее плыть не сможем, капитан! Они идут за товаром! Гребцы, приготовьтесь! Вперед! Вперед! Сбавить скорость! Давай! Вперед по команде! Лучники по местам! Сбавьте скорость! Лучники по местам! Давайте! Приготовьтесь стрелять! Берегись! Они идут на таран! Стоит отправить Икару разведать обстановку. Он найдет цель.